Хола, амигос, поскольку первое видео про Хон вызвало нехреновый резонанс на канале на грани холивара и срача, сегодня... О, кстати, приз. Сегодня попробуем поджечь пуканцы фанатов второй доты окончательно. И сегодня мы посмотрим второй по популярности режим в Heroes of Nevert, режим под названием Mid Wars. В доте есть похожая штука, называется Mid Only. Но происходит это все там на той же карте, на той же доте, просто боковые лайны отключены, мобы бегут только по центру. Ну, либо они постеснялись спиздить как следует из Хона этот режим, либо поленились, потому что в Хоне Mid Wars происходит на другой карте, на специальной карте. Помимо этого, надеюсь, что в режиме Mid Wars... те, кто не верит, что Heroes of Nevert быстрее, чем Dota, сама игра происходит быстрее. Мне даже кажется, что персонаж быстрее бегает, бои не такие затяжные. Надеюсь, что вот сейчас это станет заметно превосходство скорости Хона над второй Дотой. Ну, пока, кстати, ищет бой, а вот его и нашло. Собственно, еще несколько слов насчет того, что в Heroes of Nevert можно сдаться. А черт, не двух человек. А в доте сдаваться нельзя. Значит, если на 15 минуте игры все понятно, что ваша команда уже не выиграет, вы можете оформить, проголосовать за капитуляцию. Вот, проголосовать за капитуляцию на 15 минуте нужно 5 голосов из 5, чтобы команда сдалась. На 30-й минуте нужно 4 голоса из 5, чтобы команда сдалась, и так далее. В доте этого нет. И кто-то пишет, что это хорошо, потому что можно переломить ход игры. Ну, если хочешь переломить ход игры, не голосуй за сдачу просто. Просто капитуляция — это дополнительная функция, которая идет только в плюс. Но согласитесь, что переломить ход игры получается... Дай бог, если в 5 играх из 100, в остальных на 15 минуте все уже понятно, кто победит. И при этом, то есть в доте каждый раз игра, я так понимаю, длится минут 40, час. А зачем? Нахрена так сидеть? Мне лично неинтересно играть в бой, где и так все понятно, где уже невозможно ничего сделать. Я лучше сдамся и пойду в следующую игру, где, возможно, играть уже будет интереснее, где силы будут более равны. То есть, зачем я буду тратить время на бессмысленный бой? Я буду стоять в АФК на базе или лив, ну просто из такой игры. Поэтому капитуляция — это просто огромнейший плюс, который есть у Хона по сравнению с Дотой. Что бы там кто ни говорил. Как бы не хочешь сдаваться — не сдавайся. Ну правда, если там совсем упоротый человек, на него можно отправить жалобу за то, что он не сдается. Если это вся команда... отправить такую жалобу, а какие-то меры будут приняты. Есть также жалоба за фид, то есть слив преднамеренный. И оскорбление там, неспортивное поведение. Очень много вариантов, на что можно пожаловаться админам. Так, ну пока ищет бой, пожалуй. Пожалуй, пойду все-таки чайку плескану. Итак, Mid Wars начинается с того, что каждый игрок сначала выбирает персонажа, которого он не хочет видеть в Mid Wars. То есть каждый одного должен забанить. Банят в основном одних и тех же героев: Деваурера, Фейт, Признера, то есть в основном хукеров и тех, кто включает инвиз. Супер дальнобойную артиллерию иногда, но не всегда. Вот. То есть, ну, в принципе, не знаю, за что забанили Бегемота. Фейт доступна почему-то, в этот раз осталось. Флинт. Флинт забанен. А это что? Тандербрингер сразу ушел, а Предейтера хотят взять. Эмеральд. Ну что, неужели Фейт никто не возьмет? Я думаю, что возьму Рифтвокера. О, какая есть. К сожалению, уже она была эксклюзивно доступна в продаже некоторое время, но это не очень. Придется базовый поиграть. С треугольной мордой. Посмотрим. Сейчас все будет очень быстро. Вот, Пеблса взяли. Смотрите-ка, Фейт никто не взял. Удивительно. Не часто так увидишь.
Мартура зато выбрали. Понятно, за них играет какое-то днище, походу. У них ни одного танка нет. Пол команды кэрри, пол ком... У них вообще, слушайте, два кэрри, остальные дети. Маги, блин. Не знаю, сомнительно какая-то. Да, 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 конечно. Конечно, я сейчас тебе дам переиграть. Это, наверное, Мартур, да, который выбрать не успел. Ну да. Рандомно ему достался Мартур, и он, сука, теперь недоволен. Блять. Я бы тоже недоволен был, но извини. Я не для того 5 минут в очереди сидел в этот бой, чтобы пока ты, блядь, ковырялся пальцем в носу, тебе, блин, и не успел, вернее, персонажа выбрать. Из-за этого я должен еще пойти еще раз 5 минут в очереди посидеть, да? Шкурка у Пеблса, кстати. Пеблс это Тини, который в доте. Здесь есть шкурка Франкенштейна, кстати, у него козырная. А это что за папуас? Рэчит Хэк. Зевс. Зевс со шкуркой Тора. Что прикольно. Предейтер дрочит. Ну и ладно. Здесь опыт распределяется по всей карте. Возможно, что если ты далеко, то просто меньше дают. Единственные мобы здесь живут вот тут. Руна спаунится вот здесь. И, собственно, Кангор, он же Трансмьютенштейн. А я не понял, это он написал, что он в АФК пойдет или что? Или то, что у них один АФКшит? Не знаю. Подойдет, значит, попозже. Я уже говорил, что в Мидварсе частенько приходится в очереди посидеть. И сидеть второй раз подряд из-за кого бы то ни было вообще не хочется. Это не надо думать, что я такой гандон. Это общая политика. На ремейк, на Мидваре очень трудно кого-то уломать. Игра здесь идет, ну, максимум 30 минут. Больше вообще не бывает. Часто за 15 минут выясняется, кто доминирует. Поэтому проще сыграть, чем переиграть. Вот, Тини уже рубанул фраг. Не без моей помощи. Ну, блядь, чуть-чуть. Они все хотят, чтобы переиграли. Кто у них? У них дампир в АФК. Да нет, вот он прилетел. Все нормально. 5 на 5. Вот их пятеро, нас пятеро, так что не надо тут мне заливать. Или это имеет огромное значение, что он не с первых минут играет? Я думаю, если человек днище, неважно, с какой минуты он играет, все равно он будет играть херово. Так, ну что, какие планы? Главное, как-то можно отключить помощь от Пеблса, чтобы его скиллы меня не затрагивали. Потому что Пеблс на Мидваре имеет привычку бросать кого попало к врагам, а я не хочу летать туда и дохнуть. Так, мне советуют, значит, собрать такой ботинок на Мидварсе. Я такой ботинок не люблю. Я хочу ботинок другой. В Мидварсе сразу бесплатный летающий курьер. Один на команду. Тоже, в общем-то, неплохая фишка. Жизнь достижения, скорость передвижения, 21 часа. Ага, это замедлялка. Хорошо. Ну что, Пеблс, где ты там? Пеблс пошел на базу подзаправиться, сволочь. У нас с ним комбинация нормальная. У него массовый стан, у меня массовое притягивание и массовый дамаг. Плюс у меня еще ульта массовая, шикарная. Кто-то мне подбросил ману. Любезно. Ну, такие расходники здесь не особо в цене, потому что... До базы, в принципе, два шага. И вещи покупаются очень быстро здесь, потому что очень быстро появляются деньги из-за того, что много фрагов.
Вот урод. Вот он, сука, и забрал ДДшечку, говноед. Хорошо. Ну что, Пебли, ты готов? Ну, стань ты, ёпта, что ж, налево-то, а? Не очень получилось. Ввиду отсутствия взаимопонимания. Так, мы этого всё-таки добили. Да, мой второй фраг. Фак, е! Ай. Так, я думаю, что мне можно закупить мой ботинок скоростной. Заказать варду. Так и быть. Потрачусь. Вложусь баблом в общее благо. Чего я делать обычно не люблю. Регенерация. Блять, так не видали, конечно. А, у Зевса был ботл. Ну извини, Зевсик, не видел. Что ты хочешь? В батл забрать? Я хотел немножко маны восстановить, но хрен тут это прокатывает. Вот регенерацию подбирать нет смысла, потому что тут же собьют, естественно. Шлепочный эмеральд пытается мне поднасрать своим сайленсом. Упс, как я их вкусненько-то собираю. У кого мана где? А, кольцо маны у него, вот это шикарно. Так, на что, ультану-ка я? И два фрага. Неплохо. Все, всем спасибо, все расходимся. Пойду-ка я потрачу свои денежки и восстановлю немножко маны. Шикарный герой для Мидварса. Не понимаю, почему его... Его очень редко банят почему-то здесь. Он чаще доступен, чем недоступен. Не знаю. Я так его, допустим, куда больше боюсь, чем того же Признера. Признер, да, он хорошо здесь притягивает. Но его, по-моему, порезали. Он теперь редко может пачкой притянуть. Артезия, вот, Артезия хороша здесь тоже, из магов она прям натягивает. Деваурер тут, конечно, отжирается просто пипецки, потому что у него, ну, вот эта пассивка, которая, если кто-то рядом сдох, он единичку силы получает. Здесь к концу игры у Деваурера силы этой пассивной может быть по 50 иногда. Очень дохера он там хватает. Бля, вот Пебл ступит. По-хорошему ему надо станить начинать. Ну вот, теперь сдох. А виноват я, наверное, да? Оу! Сука, что это было? Мартур шмальнул. Паскуда тварь. Так, кто у нас? 4-0 у меня, я шикарен. Хочу на Immortal. Наимортировать. Ну, косой, блядь, Пэблс, косой ты, братан. Давай, соберись, постарайся, ёпты. Ты же, одно твое попадание, это куча смертей, блин, в мою копилку. Вот видите, он швырнул в Рэчет Хэга, непонятно на каким хреном. Видимо, у него маны до хрена. Либо у них какие-то терки. Рэчет Хэг тоже творит какую-то херню. 0-1. Мне кажется, Рэчет Хэг днище. Долбанное. Делает что-то необъяснимое, невероятное. У них Вуду Джастер, сука, опасен, блядь. То Иммортала я вряд ли получу. Ай, блядь, расходись, пацаны. Херня летает от одного к другому, блин. Сука, смотри, сколько раз он один раз юзнул, столько народу перестанил. Понятно, если мы так будем ждать, когда они нас раз за разом будут дрючить, ничего хорошего не выйдет.
Зевс дабл тап. Ну, крысит, по-моему. Возьми руну, предатор, ёб твою мать. Ну, Зевс, блядь, пиздец. Жадность левел 80. I really don't have time for idle chatter. Так, а я ассистов-то хоть рубаю? Да, 7 ассистов, нормально. Жалко, ульта провафлилась. Вау, став мастера теперь дает такие плюшки нехеровые. Ну, этот фраг должен был быть моим, мне кажется. Креститься надо, когда кажется. Косой. Видите, видите, сколько дамага наносит? Ну что, где Пеблс-то? Почему я его не вижу? Где он? Понятно. О, вопросов больше не имею. Пеблс печален. Еще на Мидварсе очень, кстати, полезная штука. Вот эта лампочка, которая восстанавливает ману. Скиллы юзаются постоянно. Она быстро набирает заряды. Ну, к сожалению, я ни хера с этого не получил. А вот теперь получил. А теперь буду джестер. Ой, блядь! Вот это... Вот это не нарвались, бля. Ой, ёпта. Ни хера себе. Красиво вышло. Сам в шоке сижу. Так, 350 урон наносит. Хорошо. Не знаю, насколько мне нужен став мастера. Эй-эй-эй, что за дерьмо? Что-то ты не то мне. Подождите-ка. А, все, пофиксили. Раньше вот эта штука улучшалась еще несколько раз. Теперь я вижу, что нет такой херни. Ну что ж, тогда, может быть, действительно попробовать. Став мастера собрать. Чисто ради интереса, я просто не знаю, быстро ли он срабатывает, с какой скоростью он будет всех назад переносить. Умри. Ой, блядь. Ой, блядь. Я просто могучий, велик, пиздат, коварен и опасен. Да, ребята. Не повезло вражеской команде. Сколько у меня? 10-0 уже? 10-0? Ёб ты ж налево. Это ж я сколько времени не играл еще в эту хрень. Ой, блядь. Я думаю, они скоро сдадутся, по большому счету. Не понимаю, чего они ждут. Я еще пофармлю здесь. 50% магической защиты врага игнорируется теперь сразу. Ну, взял ДДшку, что дальше ты с ней будешь делать? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, Господи. Пойду на базу схожу, похиляюсь на всякий случай. Мне до Иммортала осталось сколько? 2 фрага вроде? 3, блядь, чуть побольше. Ух, хорошо, блин. Идет, а? Давай-ка вот это говнецо купим. И еще может быть что-нибудь типа вот этого. Не помню, что это за штука, но вроде выглядит. Выглядит бравой. Вперед, 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 пацаны. Блять, опять нашу варду стерли с лица земли.
Сейчас, сейчас, ульта моя откатится. Мочканем. Пэблс вообще купил себе Portal Key? Купил. Почему не пользуется, не понимаю. Две могилки сразу от иллюзий. У Вундертакера. К сожалению, фрагов мне что-то в этот раз не перепало. Не было. А, один есть. Блять, не успели, походу, да, снести эту говёшку эту, которая ихняя варда. Сейчас. Лишь бы они не сдались до того, как я иммортал сделаю. Блять, какая сука спиздила курьера опять у меня из-под носа, ёб твою мать. Иммортал! Иммортал! Сука, смерть! Меня зовут Смерть, я зло нахуй! Бегите все! Спасайтесь! Они сдались! Они сдались! Ой, бля, я не могу! Какое счастье, что я увековечу это! Эй, где статистика? Вот она, 16-0-16, отлично, 16 киллов, 16 ассистов. Это был просто вот такой нагиб. Ну что, еще боёчек, а? Так, снова выбор героев, снова смотрим, кого забанить. В этот раз я, пожалуй, торопиться не буду, пусть они выберут, кто им не нравится. А я забаню остатки, ну... Так, артиллерию, скаута за каким-то хреном кто-то забанил. Пусть он бегает, но здесь ничего не сделает. А, я не успел никого блокнуть. Вот так вот, долго думал. Ну что ж, Деваур, Признер, все как всегда. Это понятно, ничего нового. Блять, Флинта не забанили, пизда нам. Все, вот против Флинта теперь. А, и Признера. Хуя себе. Так бери его сразу, что ты ждешь-то? Фейт. Фейт, хорошо. Опять не за. Опять. Никто ее не забанил, а я думаю, можешь взять Форсекен Арчера. Да, сразимся. Не очень люблю Форсекена, но давненько ей не играл. Признера кто-то передумал почему-то. А, они Признера взяли. Потому что наш долбоёб, чтобы не показывать им свой выбор, сделал... Как это называется? Сделал призрачный выбор. Ну, то есть он как бы показал. Ну, понятно, переиграть. Наши хотят переиграть, потому что пиздец. То есть он выбрал героя так, чтобы мы видели, кого он хочет взять, а враги не видели. При этом выбор произойдет только когда истечет время. Но до этого кто-то у них взял просто и выхватил у него этого героя, блять, без всякой скрытности взял и выбрал его. Поэтому он наш отсосал. Дурак, блять, что могу сказать. Здесь на Мидварсе нехуй секретничать. Хочешь кого-то взять, блять, бери. Не надо, блять, тупить сидеть. Вот с тем, что ты знаешь, что можно правой кнопочкой мыши нажать, блядь, на персонажа и, блядь, вся хуйня. Видите, что делает? Это хук. Не боксерский хук справа, хук слева, блядь, а просто взять, сука, и протянуть. Эту партию мы проиграем, я думаю, просто, блядь, с разорванной жопой, потому что пиздец. У них такой набор героев. Беги, блядь. Ну вот, первый пошел. Понятно. В итоге тупарь, который не взял этого, притягивающий к ВК, блядь, теперь играет на Муном Рана. Который на Мидварсе, блядь, только огребает. Вернуться у нас 100% тоже, блядь, никто не в состоянии. Смотрите, оп, следующий, опять того же самого.
Заебал. Заебись, блядь, все. Одного и того же буду теперь притягивать и пиздить всю игру. Отлично. Какой стан, блядь? Чем тебе станить должны? Кто, блядь? Чего ты хочешь? Скелетики мне эти нахер сейчас не нужны. Буду пробовать особый метод прокачки. Свое ноу-хау сделаю. Если затащу, видео войдет просто в гайды и легенды, блядь. Смотрите, сейчас опять. Следующий придурок, хуяк. Ой, никого. Странно. Ну, дайте ему пизды-то кто-нибудь, господи. Вишслеер, блядь. Вот кому-кому ДДшка, блядь, так. Ну ладно, хотя бы не им, блин. Он метает свое ядро вот здесь по краю, чтобы, блядь, если отойти можно было, то только вниз. А люди по привычке жмут куда попало, блин. И поэтому персонаж тупит и не может отойти. Немножко разомнем ему булки, блин. Да-да-да, тратим ману на всякое говно, которое вообще нам не приносит. У них еще есть Альфурис. Смотрите, еще один пассажир. Нормально. Вот так вот, блядь, один герой на Мидварсе, блядь, натягивает просто всю команду. Причем это сдох тот, кто сказал стоп сливаться. Взял и помер, блядь, следующим. Лошара, блядь. Да, мой фраг, сучки. Ну, еще одно. Ну, это, блядь, у меня не хватило скорострельности. Так, у них два убергероя, а счет 2-4. Ну, блядь, Вуду Джастер, ёб твою мать, ты хуел, что ли, дурак, блядь, ёбаный. Сука, пока я твою жопу, блядь, спасал, нахуй. Сам, блядь, чуть не сдох. Кажется, так будет тупить по-английски. Опять, конечно же, курьер, блядь, принес не мне нихуя ничего. Ай, блядь. Почему я не понимаю, курьер постоянно меня обламывает. У них кентавр, а я скачу на скелете. Мой внешний как-то очень даже похоже. Ну, более-менее наши приловчились теперь к тому, что их могут утащить и трахнуть там в задницу без всякой смазки. И поэтому у нас начинают появляться призрачные шансы. Эмеральд еще и ловушку ставит. То есть Признер притаскивает через ловушку. И оттуда просто хуй убежишь. Варбист молодец, разминирует. Красавчик вообще. Вот это мудро, бля. Ничего не скажешь. А вот теперь Варбист нихуя не красавчик. А просто, блядь, Лобанов. Иногда дохнет даже не тот, кого притянули, а тот, кто, блядь, спасать первым кинулся. Ага. Сосайте. Говноеда. Это была хорошая попытка меня срезать. Ну хватит с меня вардов. Варбист, походу, а нет, он лечится. Если я буду варды покупать, блять, мы точно нихуя не выиграем. Гайд. Гайд, хрена гайд. Хорошо. Зачем он...
Бери, 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 бери. Видите, какая осторожно идет игра, в отличие от предыдущей. Кого ж, блядь, еще, да, ёб твою мать. Ой, блядь. У Амунара не было еще резуректа, ни хрена. Господи, блядь. Да, блядь, выпусти меня нахуй отсюда. Наши кого-то нахлобучивают там без меня, блядь, почему-то, сука. Чтоб я левел нихуя не получил, наверное. Шесть, восемь. Ну, нормально, пока не все потеряно. Почему-то у меня левел, блядь, меньше всех. Меня вообще не устраивает никаким раком. Наконец-то ульта моя голимая. Меня сколько раз притягивали, столько раз я оттуда и вырвался, в общем-то, благодаря своему стану. А, он успел подобрать, сука. Я не успел. Или я уничтожил у него перед носом, я сейчас что-то не понял. А, не успел он нихуя подобрать, у него бутылка была полная, брать некуда. Да, но если мы так будем далеко стоять от мобов, мы ни денег не получим, блин. Не понял, а сейчас нахуя было так делать? И почему Вишслейер забрал все фраги? А, каким раком? Варбист, блядь, ну бегишь ты нахуй оттуда. Блядь, тормоз. Следующий дебил. Отлично, у вас хорошо получается фидить, блядь, молодцы. Продолжайте в том же, сука, духе. Отсоси, блядь. Не будет вам никаких... Да, замес просто вообще не в нашу пользу. К сожалению, фраги достаются вообще не мне. Это полная жопа. Фраги достаются тому, кому не помогут. Ну, это покойник побежал уже. Но опять же, убью его не я, блин. Нет, 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 блядь, отошел. Оу, нахуй, нахуй. Валивай, валивай. Варбист продолжает дохнуть. Потому что варбист на мидваре, он... Редко, когда я редко видел, чтобы он что-то мог затащить. Ему бы в лесу качаться, а здесь-то мобов нету. Ну и что у него, 0-3, ну понятно. Я единственный, кто еще не сдох ни разу. Ну, как я говорил, в первую очередь надо научиться не дохнуть, если ты хочешь хорошо играть в эти игры. Это первое дело, а уже потом все остальное. Ты, блядь, сколько у них там? Ну, почему ульта не включилась, а? Буду сделать то, что умеет лучше всего. Взял и сдох. Yeah.
Опять не я. Вот кто угодно, но не я, блин, да? Дай пройти нахуй, ёб твою мать, стоишь, блин. Промах, блядь. Да, ДДшка пропала. Что поделать? Все сразу осторожность включают, стоит подобрать кому-то ДДшку. Умри, наконец-то мне фраг выпал. Ёб твою мать. Я уж не верил, что это когда-нибудь произойдет. Мочи его, блядь! Ай, блин, не успела стрела долететь. Черт, сучка. Ну, теперь должна успеть, когда мне доставят мою новую покупку. Давай, давай, давай. Отлично. Да, блядь, да ебаный в рот. Ну, почему не я? Сука, дерьмо. Говно мамонта, бля. Ладно, хер с ним. В принципе, денег из-за этого. Бля, ну два фрага всего, ёб твою мать, на Мидварсе, позор, ёбаный. Но, с другой стороны, не сдохнуть ни разу в таком бою, где есть Флинт и Признер, бля, то вообще настоящее искусство. Сколько стоит это говно? 900? И еще одну такую купить. Бля, они столько крафта попеределывали с того времени, как я играл. Офигеть просто. Я надеюсь, что в два раза больше стала эта вещь давать, потому что стоить она стала точно в два раза дороже. Пошел в жопу. У ворот был от бога исполнен. Ну. Что у нас, как у нас у танка дела? Нормально, слушай. Одет. Более-менее. Сейчас появится руна и начнется замес за нее. Так обычно всегда и происходит. Ай, блядь, нахуй, следующий. Блядь, пидорасы. Демоны вообще не, нахер не нужны здесь. Пошел нахер. Блядь, пидорас, Флинт, ебаный ублюдок со своей ультой сраной. Проститутка, блядь, албанская. Вот урод, блядь. Ну, пиздец, ладно, блядь. Хорошо, сука. Ой, а это кто у нас здесь? Хелл, блядь, Брингер, а? Отлично. Давай, давай, демонов под башню заводи. Кто-то варду у них так поставил, вообще по-божески. За демонов дают очень много денег. Убиваем, убиваем их. Ну почему он не умер, а? 100 золота. Деньги лишними, сука, не бывает. А вот это Флинт за луп убийство. Давай, давай, трахни его, блядь. Отлично, он сдох, сука, от моей руки, тварь, пала. Еще два фрага. Сдохни нахуй. Ну, блядь, я ультанул, но фраг не забрал. Сука, дерьмо. Хорошо, это уже артефакт. На артефакт я накопил. Это очень мило. Это очень зашибись. Ну, я там добегу когда-нибудь до магазина-то. Ох, шикарненько. Паузу. Я уже думал, они сдаются. Натя, баф. Так, а еще я хочу криты. И тогда будет просто... пулемет смерти теоретически.
но заебись, он выебнулся сейчас тем, что он умеет, тем, что у него есть Portal Key, показал им. Это, конечно, был ход века. А я сдохну сейчас, блядь. Вишслейер, блядь, портанулся, въебал свою стан свой. И сдох. Так, ну вот у Джестера надо кикать, ребята. Нахрен нам не нужен такой пассажир. Только, блядь, зря меч покупал, мог бы сейчас уже купить рецепт. Да, да, мне похую. Итак, нас осталось четверо. Ну что ж. А, у них кто-то в инвизе бегает, какая-то шалава. О, да. Попытка, блядь, от бога. Отчаяние уже какое-то в этом видно. Торопишься, флинтяра, торопишься. Больше надо дамаг насыпать, прежде чем ульту свою юзать. Блять, нульстоун, что ли, собрать, чтобы у него она обламывался, а? Так, а что я смогу еще скрафтить из этой? Ага. Ёб твою мать. Пиздец, все. Флинт отожрался. На моей днищенской команде, к сожалению, он отъелся и всех трахает. Но пришел я и всех победил. Да-да, звонит телефон, но придется телефону позвонить подольше, потому что я сейчас я все брошу, конечно же, и... В общем, даже понять не могу, где он. Нахуй. Ай криты, хорошо-то как. В меня прилетело, блин. Ульта Флинта наивная. Этот фраг тоже должен был быть моим, по-хорошему. Ну что, Флинт, поборемся? Ты и я. Кто кого. Остальные, походу, вообще ничего тут решать уже не будут, да? Какие непонятливые люди иногда названивают на телефон, а? И он не сдох, вот урод. Ай-яй-яй. Блять, сука, да что же вы, блять, за люди-то такие? Где наш танк? Почему он бегает сзади всех? Он вообще на базе стоит и дрочит. Очередной горе-игрок. У которого не хватило нервишек играть в эту суровую игру. А Флинт, видать, перешел теперь на политику only ult, блять. Кроме как ультовать, он ничего уже больше не делает. Демоны теперь бегают именно за мной, да?
Почему-то мой стан ни в кого не попал сейчас, я вообще не понимаю почему. Да какой сдаться? Чего вы, блядь, плачете раньше времени? Сейчас все будет. Давай, давай, лечи, лечи, лечи. Нахуй, некогда. Вот так вот. Вот это я денег поднял. За раз. Ну и что, какой у меня счет? 7-3? Нет, рано еще сдаваться. Нужно больше фрагов, я считаю. Так, опять Признер пришел. Хорошо. Где? Где остальные? Ой, кого я вижу? Умри нахуй. Отъебись, дружище, отъебись. Должен выжить. Не должен я подохнуть, все, я откончился, я живой. Это хорошо. Вот так вот пришел, забрал фраг, ушел. Это мне нравится, вот так должно быть всегда. Другой вопрос, что, к сожалению, так всегда не будет. Давай, давай, надо затаскивать, надо затаскивать. Блять, я аж с перепугу ульту включил раньше времени. Пошел в жопу, Призн. Ой. Убить, 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 убить его нахуй. Блять, пидорас. Рефрешер у него уже. Смотрите, он хик-трик сделал. Квад-килл сделал. Блять, ну и команда. Он один всю команду ушатывает. Блять, что нахуй делаете-то? Сука, рачьё, блин, позорное. 5600 надо. Некогда, блин. Ну добейте его кто-нибудь, блять, этот пидорас с ДДшкой пришел. Вот единственное, что его жопу сейчас спасло, это ДДха. И то, что моя команда, блин, вафила. Никто не знает стана, никто не знает ничего. Давай, 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 блять, ставь меня нахуй. Да пиздец. Ну я ж специально денег ждал, чтобы вот этой хуйней не заниматься сидеть. Все равно, блядь, через жопу купилось. Ну давайте, суки. Еще разик. Еще разик, давай-ка. Очкуют. Забрали мой фраг. Флинтяра ебаная, где ты? Где ты, сука, а? Урюк, блядь. Да как он не сдох, блядь? Добей его нахуй. Я ебу, чё он такой живучий-то? Сука, битва. Ой, красавчик, Вишслейр научился свою жопу уносить из-под удара. Вот и по вышечкам сравнялись, да? Чё, блядь, вот так сложно было с самого начала так играть, а? Ну, кто гонится за ним? Где? Где? Где погоня? Где? Кто? Чё? А? Да, ты можешь меня притянуть, только от этого ты сдохнешь еще быстрее, говнюк.
Все, 25-й левел. Оп, хуй-то там. А чё это меня видят? Варды, варды, они варды понаставили. Я думаю, что у Флинта сейчас самого появится. Кстати, я думаю, что сейчас кто-то пойдет зафармит вот эту вот штучку. И будет очень плохо. Пошли в жопу. Неплохо, неплохо. Заломали говноедов. Еще чуть-чуть. Пацаны, соберитесь, соберитесь, соберитесь. Где, 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 где это говно? Что, чтобы еще собрать-то, я не знаю. Ага, вот это надо. Вот эта тема. Только эта тема дорогая. Линд готов, Эмиральд готов, Сальфорис готов, следующий. Еще один готов. Пусть он лизает свою хуйню. Блять! Сука, у меня бы вампиризма. А нету вампиризма, ни хрена. Квадкил. Вот это мне уже нравится. Вот если бы я с самого начала фраги все свои забирал у них. Все, мне уже деньги даже не на что тратить. Давайте в перевод. Это дьявольский замес какой-то просто. Я просто хотел, чтобы он умер. Ну, блять, вот было бы нас тоже пятеро. Даже с криворуким Вуду Джастером. Я бы сейчас даже на криворукого Вуду Джастера согласился, но, блять, нету. Все, сейчас они отожрутся, они просто нас количеством вынесут, на самом деле. По-моему, меня палят эти скелетики дурацкие. По-моему, они хотят бэкдорить, нет? Вперед, 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 нахуй, вышку. Блять, ублюдок. Ну, вышку забрали. Флинта трахнули. Давайте, пацаны! Рвите нахуй базу им, блядь! Рвите им жопу! Сука, падла! О, кто-то идет, бэкдорить, Эмиральд, блядь. Хитро выебанок, блядь, да-да-да. Сейчас, сейчас ты меня, блядь, бэкдоришь. Ку-ку, блядь, родной наш. Куда шел-то хоть? К нам, наверное, блядь.
Все, Амун-Ра развалил там каким-то чудом развалил их всех. Эй, блядь! А, у Флинта, сука, глушалка ебаная, пидрила. Хорошо, я тоже себе могу такую сделать. Вместо этой коробки дурацкой, хуй бы с ней. Хотя нет, коробка круче. А, нам нужен бэкдор, походу, да? Или типа того. Или он нужен им? Частенько победитель определяется бэкдором в таких ситуациях. Все. Это победа. Это должна быть, сука, победа. Да. Нихуя они уже не успеют с этим сделать. Еще фраг мне принесли и пошли в жопу. Это был нагиб от бога. Что ж, это были действительно это случайно так получилось. Это действительно две игры подряд. Это две королевские игры. У меня так даже в лучшие времена не всегда получалось. 28-10. Ну что ж, это было неплохо. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Надеюсь, адепты Dota 2 поняли, что Хон лучше. Всем спасибо, всем адьё. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, бывайте. Блять, настроение-то пиздатое стало. Ух.